просто невозможно смотреть без, знаете, без слез радости. Я понимаю, как непросто мы сажали этот скейт-парк, искали место. Понимаем, что совсем скоро, до конца сентября, здесь будет еще рядышком Паум-парк. И это еще дополнительно очень интересное место, которое будет таким же любимым. Кроме этого, здесь появится первый оазис комфортного благоустройства. Но это еще не все, дорогие мои. В следующем году я уверена, что мы заложим и начнем строительство мега большого скейт-парка на набережной Игоря Георгиевича.